Продолжаем движение в сторону города Пермь. Автомобиль Шкода Октавия. Автоматическая коробка передач. Базовая комплектация. Температура наружного воздуха 30 градусов. Облачно. Условия движения близкие к комфортным. Температура в салоне 19-20. Как я уже отмечал ранее, это для нормальной работы видеорегистратора. Интенсивность движения слабенькая. Полотно дороги красное. Есть участки отличные. И полотно дороги ровное. И разметка. Есть участки дороги хорошие. Есть участки дороги удовлетворительные. Встречаются нежданчики, так называемые колдобины, незаделанные ямы. Плохо то, что это неожиданно возникает. Если с января 17-го эту трассу сдают, вернее, переводят в категорию федеральных трасс с 1 января 17-го, то, надо полагать, и финансирование будет соответствующее. То, что перенаправлять потоки, выбирать их с М5 или с М7, это однозначно надо. Но сначала нужно сделать дорогу, вот особенно в Костромской области. Часть Кировской. В Пермском крае, в Пермской области, там, как я помню, дорога хорошая. Там даже объезд участка идет строительство дороги. Сделали асфальтированным, с разметкой. То есть сделано на совесть, с заботой о водителях. Я имею в виду видео Сургут-Москва. Конечно, ожидать, что Пермь, Киров за месяц можно сделать капитально, но это, как я уже говорил в предыдущей серии, по меньшей мере это наивно. Дождиком и не пахнет.
раз налипает на лобовое стекло, ухудшает видимость, приходится постоянно переостанавливаться ныть, или дворниками как-то удалять. На улице нужно плюс 30. Мобильная связь устойчивая. Вот то место, где останавливался на ночевку сегодня, пока перекачивал видео видеокарт на внешний жесткий диск, очень устойчиво работал интернет, очень устойчиво. 4G, тариф безлимитище. Посмотрел программу «Время», две серии Валерия Бузинского. Я, кстати, был у него на концерте. В 70-м году он выступал в Алма-Ате. Это, конечно, потрясающий певец. Потрясающий. Такой голос. Доволен навигационной системой MapMe. Дорога, трясет как. Положил вчера на Яндексе маршрут, но он не показывает объезд, северный объезд Омска. Хотелось посмотреть. Он показывает, тащит через центр, ну, через город ехать. Я не люблю, попадаешь в эти пробки, затруднения, и время теряешь, и все с этим связано. Ну ладно, подъезжая поближе к Омску, может быть, в Тюмени попробую перенаправить. Кстати, по южному варианту тащит мне MapMe. Также тащит мне Navitel. Не знаю. Через город ехать не хочу. Более-менее сделали, как я смотрел, объездную эту дорогу вокруг Томска. Вот в прошлый маршрут убедился, что там дорога уже более-менее.
Ну, конечно, колдобин еще хватает. Наверное, все упирается в финансирование. Хотя не знаю, я не специалист в этом деле. Проблема, почему не могут дороги сделать, почему в одних областях, регионах дороги просто замечательные, в других регионах ужасные. От кого это зависит? Я думаю, что это от губернатора. Какой губернатор, такие дороги. Ну вот Кировскую область взять. Немного подвотужится, немножко, вот, и дороги будут хорошие, очень хорошие. Должен сказать, въехали в Пермский край, вот, сразу резко почувствовалось, насколько лучше стало полотно дороги. Да, еще есть какие-то там проплешины, стертый асфальт, верхний слой. Но трудно объяснить, почему в Кировской области и Пермском крае вот такая разница в качестве дорожного полотна. Автомобиль не трясет, идет мягко. Временами потряхивает там. Но все равно. Но по-моему, сейчас я не могу точно вспомнить. Навигатор предупреждает меня, что превысил установленную скорость. Сбросим до сотни. Где-то стоит радарчик. Уже проехали. У меня подал детектор Белтроник. В народе его еще называют белка. Очень чувствителен, улавливает излучение до 5 километров. Возможно впереди, возможно сзади проехал. Угол обзора 360 градусов. Я еще хочу немножко коснуться северного варианта. Движение через Кострому, Киров, Екатеринбург тем, что он лучше М5. Здесь нет этого перевала через Уральские горы. Особенно это, я думаю, должны оценить водители больших грузов, дальнобойщики, потому что отвлекся, коршун, по-моему, летает. Зимой на перевале много фур застревает и не может подняться, крутые подъемы. Северный же вариант более-менее пологий. Есть, конечно, небольшие подъемы, спуски, но перевалом через Уральские горы его не сравнить. Это, говорю, очень хорошая альтернатива вот этой семеновской пятерки М5.
коснусь немножко Кировской области. Информация о том, что дорогу полностью отремонтировали, сделали ямочный ремонт. Конечно, преувеличено. Работы там еще на отдельных участках достаточно. Подтверждаю, что меняют верхний слой полотна, укладывают новый асфальт. По-моему, 3 или 4 места заметил. Фрагментами отремонтировали дорогу, то есть так называемый ямочный или как местный ремонт такой косметический. Ну, подождем. Конечно, осенью по этому варианту я не поеду, потому что вероятность того, что полностью сделают дороги Кировской области, Костромской области. А в Костромской области, на мой взгляд, дороги похуже, чем Кировской. Зимой, если будет такая возможность, конечно, рискну проехать, показать зимний вариант красоты окружающей природы. Наверное, даже не рискну и на будущий год, если, конечно, еще буду в движении. Что готовят мнение дорог в России нет, есть направление, но это, мягко говоря, ложь. Федеральные трассы в хорошем и отличном состоянии. Региональные дороги – это вопрос отдельный. Дороги в городах – это отдельная тема. Но то, что, например, в Кировской области дорогой бензин, самый дорогой бензин пока, то, что я видел, я это связываю с тем и оправдываю, что это связано с ремонтом дорог. Вот напрямую, я так считаю, возможно, я ошибаюсь, возможно, тут что-то другое. Ну, я вот так разделяю. Если хорошие дороги и дорогой бензин, значит, губернатор молодец, все средства бросает на ремонт дороги. Вот, по крайней мере, я так это объясняю. Если дороги плохие и дорогой бензин, значит, губернатор вор. Если и дороги хорошие, и стоимость топлива низкая, значит, губернатор на месте, честь и хвала ему. Я, конечно, служу только по двум таким позициям. Качество дорожного полотна и стоимость топлива.
Есть, конечно, другие еще критерии оценки. Это инфраструктура на трассе. Ну, это уже отдельный разговор. Вот Пермский край. Красота. Изумительно. И природа, и дорога. Тут подход не сглазить. Дай бог. Дай бог здоровья и успехов в работе губернатору Пермского края. Буквально сегодня утром по радио передали, что в Пермской области назначен новый губернатор. Вчера назначили нового губернатора. Ну, пожелаю ему тоже, конечно, успехов. Через годик, дай бог, проехать по дорогам Кировской области от Костромы до Перми и посмотреть, сравнить дороги. Я думаю, года будет достаточно. Губернатору. Двигаешься со скоростью, там сколько мне показывает, 110, 120, но совершенно не ощущается вот этой называемой тряски, не ощущается напряжение. Мягко, легко на дороге. Конечно, если альтернативный поток рванет вот по северному варианту, я имею в виду большие грузы, дальнобойщики, вот, то необходимо в обязательном порядке это контроль за перегрузом, за взятками от инспекторов. Если будут взиматься плата за перегруз, то, естественно, эти деньги, наверное, пойдут на ремонт, строительство трассы. По крайней мере, так я наивно предполагаю. Должны же они, в конце концов, понять, ну, вориши, что ворованные не впрок. Рано или поздно все равно это всплывет. Все равно отберут, как, например, вот у этого начальника таможни, так называемый Верещагин, в кавычках. Как говорил Верещагин, Абдулла, я взяток не беру, а нет, я мзду не беру, мне за державу обидно. Где эти Верещагины? Где? Не может быть, чтобы их не было. А этих казнокрадов, этих ворюк, чиновников, принимают самые жесткие меры, самые жесткие. Друзья, попутчиков не беру. Даже не попутчики, тут хуже. К
стояли две девушки, голосовали. Ни в коем случае не советую. Покрытые дорожки, а? Нормально вроде бы. Ямочный ремонт сделали, местами кладут новое полотно. We'll be right back.
We'll be right back.
подскажите, как-то на Киров по крытой дорожке, а? Нормально вроде бы. Ямочный ремонт сделали, местами кладут новое полотно. Thank you.
число совсем мало. Проехало совсем мало. Интенсивность движения резко возросла. Такой момент переломный. Полчасика, может быть. Час. Потом новый прилив сил, я так думаю. Вводя предварительный итог, состояние дорожного полотна. Нужно сказать следующее. В Кировской области заметно улучшение состояние дорожного полотна, но ну до хорошего, конечно, если говорить в целом, еще далековато. Пермский край. Для строительства магистрали. Но судя по внешнему виду, чисто внешне визуально, стройка временно, я думаю, заморожено. Что брустверы, карьеры, и они уже поросли травой. Людей, работников, рабочих на этих участках не видно. Движение идет по объездным участкам. Но объездные участки более-менее в нормальном состоянии. Бетонные плиты, разметка. Работы, конечно, еще не початый край. Я имею в виду весь комплекс с инфраструктурой, с самой дорогой. Ё-моё, не обойдёшь. В Пермском крае дешевле, чем в Кировской области, примерно на рубль. Если о дороговизне говорить
обо всем пройденном маршруте на настоящий момент. Самый дорогой бензин пока в Кировской области, на втором месте по дороговизне, это Пермский край, Московская область, Ярославская область, Кострома. Бензин одинаковый, 34,40. В Пермском крае 35,60, 35,80. Кировской области 36,40, 36,60. Сейчас проезжаю Лукойловскую заправку. Не рассмотрел, не заметил. Плохо видно было. Так, сколько же на Кате? Кунгур. Развязка на Кунгур. Ну, выходим напрямую на Кате. Так, Кунгур тоже позади. До Екатеринбурга 310 километров за 100. До Екатеринбурга можно будет искать место для привала, для ночевки. Чем нужно проехать еще километров 200. Средняя скорость сегодня составила 73 километра на настоящий момент. 73 километра в час. Но это с учетом остановок для замены карты, для короткого отдыха, для заправки. Все это учитывается. Составляет 73. Вчера, по-моему, было 74 за весь день. Ну, думаю, сегодня будет, наверное, такая же. Расход бензина 5,1 литра. Движение 9:32. Еще пару часиков. 2-3 часа я постараюсь еще двигаться. Thank you.
Так, где же мое кофе? Когда я останавливался на замену карты, вторую карту за сегодня, то есть пятую серию, разогрел таким электростаканом воду, заварил кофе. Вот такой момент. Проехали Пермь. По объездной, по окружной. По окружной, наверное. Правильно. И сейчас двигаемся в сторону Кунгура, Екатеринбурга. Да, ребятишки сегодня празднуют день десантника. В автомобиле с флагами. Войска дяди Васи. Thank you.
уже туда, на ту дорогу свернем. Давай, давай. Ладно, Любыч. И больше никак у меня все. Я тебя сейчас по чайной ложке догоняю. Направление на Екатеринбург. По-моему, в прошлом году была такая же катавасия с этой дорогой. Здоровье и сердце. Это Олега Константин Абрамов. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Прежде всего, тоже
показывают нам колоссальное давление, об этом заявили представители Комитета России Александр Жуков, на сессии международной организации в Рио-де-Жанейро. Он призвал членов МОК оказать сопротивление безусловному давлению и не позволить расколоть. Министром вмешательства политики в спорт глава УКР привел письмо 19 россиян в играх в Рио. В своей речи Жуков также обратил внимание на то, что российские спортсмены отстраняются от ребят. И карьера. По его словам, десятки наших спортсменов, допущенных из России, были просто невыполнены критерия. Дмитрий Медведев анонсировал изменения в законе о частности, касающихся коррупционных законов, что подчеркнул, что все зависит от того, как законодательный президент поручил до 1 августа определить срок использования смен, организовать отдых детей, организовать разработку профстандартов в этой сфере. Рассмотреть вопрос о лицензировании детей без организации отдыха детей после трагедии в лагере в Карелии. Помню, в результате штурма, в который попал туристическая группа из детей и инструкторов, на детям озере погибли 14 детей. В тот момент, когда журналист сделал репортаж, к нему подошли несколько человек в тельняшках и билетах и понесли его в воду вместе с телефоном и микрофоном. Положительно не пострадала, Матвей Чеванович не разозлился, а наоборот поздравила вновших его людей с праздником. И в завершение выпуска коротко о погоде. В Москве в эти минуты 31 градус, атмосферное давление 745 мм ртутного столба. Так, немного притомился. Насколько работает продублеры? Немного притомился. Так, в движении мало нахожусь. 9:20. Родина тоже мало. 686 километров. Ладно. Там до Екатеринбурга. Интересно, почему я устал? Моя радость. Декоративные кустарники, многолетние цветы, хвойные культуры, живые и зверские питомники, красные квартиры, Анхальский район, Слобож, Мусаева, телефон
превышу скорость 50 километров в час. Знак стоит, показывает рекомендуемую скорость 70. И сразу следом 50. Ну-ка. Вот пост ГАИ, где Солота сидит. Исправляют отставы. Вымогатели, взяточники.